Смотрите сегодня в 8 вечера на телеканале «Саратов-24». Для террористов не все включено. В гостинице в центре Саратова прошли учения по ликвидации захвата заложников. Кто тренировался и кого проверяли. Никто не услышал, никто не пришел, кроме сотрудников МЧС. Операция по спасению рыбака, дрейфовавшего на льдине на озере, заняла более полусуток. Дворнадзор снова на страже. Телеканал «Саратов-24» возобновляет рубрику, в рамках которой наши корреспонденты следят за ремонтом придомовых территорий. Первый репортаж в этом году из самого центра города. Об этом и не только в программе «Саратов сегодня» расскажем в 20:00. Не пропустите.